На 6,8% повысится плата за коммунальные услуги в Самаре с 1 июля этого года. Такой индекс рассчитало областное министерство ЖКХ. Он состоит из установленного для Самарской области индекса 4,3% с допустимым отклонением в 2,5%. Если взять, что семья тратит за коммунальные услуги 2000 рублей, допустим, в месяц, если она платит в целом за квартиру 3000, 1000 идет за жилищные услуги, это содержание, текущий ремонт, как правило, а 2000 идет на оплату коммунальных услуг, то с 1 июля повышение будет ожидать наших жителей на 136 рублей. Тарифы повысятся на все – газ, воду, отопление и электроэнергию. Тариф на воду увеличится на 2% и составит 26 рублей 70 копеек с учетом НДС. Водоотведение возрастет на 5,6% и составит 14 рублей 16 копеек с учетом НДС. Больше всего вырастет плата за тепло. Предприятие тепловых сетей, которое поставляет тепловую энергию, в целях отопления и тепловую энергию в целях горячего водоснабжения, то с 1 июля тариф для этой организации увеличится на 3,7% и составит 1316 рублей. Только обращаю внимание, это без НДС. Несмотря на регулярный рост тарифов за коммуналку, у жителей все-таки есть возможность экономить ресурсы. Это в первую очередь установка приборов учета как индивидуальных, так и общедомовых. Если собственник заподозрит, что оплата ему начисляется с нарушениями, следует обратиться в Министерство энергетики и ЖКХ. Марьяна Мирная, Василий Колдашов. События.